Доброе утро, Полтава! С вами я, Александр Демидович. 24 марта 2017 года. О погоде. Сейчас плюс 7. В течение дня 13-14 градусов. Облачно. На ночь обещает кратковременные дожди. На ночь. Днем все нормально. Вчерашний день у нас проявился на всю Украину. Камикадзе в Киеве был. Погиб. Как выясняется, по-видимому, он планомерно шел на смерть. Взрывы на складах, но диверсия, иначе я не рассматриваю. И о сегодняшнем. Сегодня сессия горсовета. Все будем начеку. Развал пресловутой ширки. И чем это чревато дальше, что будет происходить? Я думаю, что будут и помимо меня делать онлайн. Все смотрим, потому что это для жизни города очень важно и очень насущно. Что будет, как будет, как город будет жить дальше. Всем пока.